На торжественное открытие обновленной детской площадки собрались почти все воспитанники детского сада «Маленькие Эйнштейны». А некоторые наблюдали за церемонией из окон. У нас новое резиновое покрытие. Сегодня торжественное открытие было этой площадки. Дети очень ждали, родители, наверное, еще больше. Потому что то покрытие, которое у нас было до резинового, оно не отвечало всем нормам и стандартам безопасности, красоты, эстетики. Сейчас у нас очень красивое резиновое покрытие. Резиновые детские площадки сегодня становятся все более популярными. Этому материалу свойственны хорошие противоскользящие качества, даже если на поверхность попадает вода. Резиновое покрытие хорошо и тем, что оно смягчает удар при падении ребенка. Из-за того, что так повелось, все лучшее делать для наших детей. И мы в нашем Заречье это делаем. Поэтому сегодня вы вместе с нами, мы вместе с вами, с почетными гостями, с родителями, с воспитателями открываем наш детско-садовский, я бы сказал, даже игровой комплекс. Красная ленточка перерезана, детская площадка открыта, теперь можно играть, веселиться и заниматься спортом. Ведь на территории детской площадки установлены и малые спортивные сооружения. Маленькие Эйнштейны с радостью опробовали новое резиновое покрытие. На обновленной детской площадке смогут играть малыши всех возрастных групп. Для тех, кто постарше, есть классики, ну а для самых маленьких – змейка с цифрами и бабочки с цветочками. Просто красивая. Я никогда еще таких площадок не видела, потому что ее красиво построили. Спасибо за такую красивую площадку. Родители поблагодарили власти района за новую и безопасную детскую площадку. Теперь их дети с большим удовольствием проводят здесь время, развиваются, играют и веселятся. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».